Забыл добавить кондиционер для белья во время стирки? Не беда. Лиса поправит ситуацию. You are welcome. Всегда пожалуйста. Опять эти сраные камни. Молодец, кушай, кушай. Мне бы в уборную. Хоть я, ладно, посрыву на кухне. Вчера вечером некоторые нехорошие друзья прикормили вот этого вот товарища вот такими замечательными конфетками. Азовская на сливках. Я так понимаю, коровка. К утру вся лоджия была задристана. Просто вся. Вот как он ходил, так и дристал. Эти сливки просто лились из него рекой. Я рекой, а тоненьким ручейком. Коровы и лисы все-таки несовместимы. Но отмечу, что аромат был действительно сливочный. Дерьмо пахло. И убираться было даже приятно. Опять ты врать. My shit always smells like a fresh croissant. Хочешь еще конфетку? Хочешь еще, мой жидкий дерьмо? Я лично не хочу.